вот закон, который приняла Рада, да, последний такой закон об особом статусе оккупированных территорий, как они называют. Вы знаете, я не хочу показывать вам губы. Пусть они этот закон засунут в жопу. Вот честно. Их, вот понимаете, вот этот, вот по поводу вот этого. Вот, спасибо, что задал этот вопрос. Вот я реально тебе. Вот не обижайся на меня. Я знаю, что иногда там и дети меня смотрят, но мне просто уже зла не хватает на это все. Какой особый статус? Мы Донецкая Народная Республика. Мы не в составе Украины. Мы не в составе Российской Федерации. Какой статус? Что они там? Это понимаете, это очередной бред накуренных обезьян с украинскими флагами. Они сели, вмазали, нюхнули дорожку. И давай рассуждать. Давайте мы сделаем так. А давайте вот так. А потом, видать, еще одну вмазали. И давай, говорит, сделаем особый статус. Какой нахрен особый статус? Мы его просили. Да никто его нахрен не просил. Никому он нахрен не нужен. Мы сами себе статус. Какой может быть статус, когда есть глава государства, есть министерство, есть депутаты, есть свой совет, есть свой флаг. Как и генштабовский, так и республиканский. Так же и в ЛНР. Вот у правда мозговой сказал, что не стало дебилов. Так оно и есть. Понимаете? Это дикие обезьяны, которые в спальню поспускались там. И теперь они там сидят, там думают, что придумать. Пускай он лучше он наведет порядок у себя, что Коломойск у него отжимает на глазах у всех. Что он кидается на журналистов. И обвиняет их в развале Советского Союза там, и всего остального. Причем журналисты. Я смотрел, я просто замерзал. Бородатый дебил, за спиной куча автоматчиков бегает. И кидается на этого бедного пацана, блин, с этого радио. А тот пацан стоит бедный, вот этот, перепуганный, и дрожит перед ним. Как бандерлог перед удавом. Я вообще не понимаю, как такая страна какой-то нам статус может вообще давать. Мы выбрали свой статус. Мы республика, и мы будем республика. Запомните все. Не смотри вы украинские дети каналы. Уже выходишь на улицу, и люди задают, знаете, раньше люди задавали вопрос, что будет дальше. А вот, а теперь у нас другой вопрос появился. А что мы теперь в составе Украины? И начинаются истерические слезы матерей, отцов, жен, сестер, которые, друзей, которые, за что мой гиб там сын, не имеет значения. Да не будет этого, будет республика, за что мы и боремся. Вот возьмите пример с нашей железной дороги, которая не подчиняется, а отказалась подчиняться Укрзалезнице доблестно. И официально это заявила, что вы нам никто, и вы нам не можете указывать, что нам делать. Украина это взбесила. И тут резко появляется какой-то статус. Какой статус? Мы сами себе статус выбрали, и мы его доведем до конца. А Украина, вот эти законы, которые она принимает, я уже сказал один раз, и скажу еще раз. Пускай они засунут куда-нибудь себе подальше, чтобы мы их не слышали и не видели.